Дети с радостью посещают скаутский лагерь села Копчак. Священнослужитель сельской церкви Федор Каракальчев отмечает, что база отдыха предоставляет возможность детям отдохнуть. Досуг имеет и воспитательный характер. Дети учатся самостоятельности, отвыкают от того, к чему они больше всего привязаны – от интернета. Скаутский лагерь в селе Копчак, он существует с 2013 года. И каждый год дети собирались в этот лагерь, за исключением прошлого года, когда нельзя было собираться. Но этот лагерь, более скажу, что он более воспитательный, нежели сказать о том, что он лагерь выживания. Конечно, много чему здесь дети обучаются. И в первую очередь самостоятельности. В первую очередь они отвыкают, чему больше всего привязаны в настоящее время. Это интернет, это телефоны, это компьютеры. И здесь всего этого нету. И какие-то определенные естественные условия жизни. То есть дети здесь без газа, без света. И еда, которая готовится, она готовится на дровах, готовится на костре. И условия жизни – это палатки. Кроме этого, они обучаются определенным навыкам, которые можно применять в жизни. Дети, которые пришли в лагерь, говорят, что им здесь очень нравится. Они получают много новых эмоций. Ребята отмечают, что здесь каждый чему-то учится. Кто-то учится готовить, кто-то преодолевает трудности на полосе препятствий. Сегодняшний день у нас проверили, чему мы научились за все 12 дней. Было трудно, но весело. Каждый имел свою работу, и никто не оставался в сторонке. Я провела свой первый год в лагере Дуван. Здесь мы научились многому новому. Например, те ребята, которые не умели готовить, проводили время на кухне со взрослыми. Им помогали, и тем самым они учились тоже готовить. Мы проходили разные сложные и легкие переправы. Мы изучили азбуку Морзе, изучили разные узлы и узнали много чего нового. Здесь у нас был свой режим, и кому-то было сложно в первые дни, но дальше мы все справились и приспособились к этому режиму. Каждое утро мы бегали и делали зарядку. Потом мы готовили завтрак и молились. После этого у нас были переправы, и потом у нас было свободное время, где мы отдыхали, спали, кто-то играл. Ну, я в скаутах уже третий год иду. Вот я живу в Турции, ну, летом прихожу к бабушке там. И вот в этот год тоже пришел, но здесь весело, мы утром в 6 просыпаемся, идем на пробежку, там зарядку делаем, потом. Сегодняшний день считается для нас самым тяжелым и ответственным из всего скаутского сезона, потому что сегодня мы прошли полосу препятствий. Этот день у нас начался с очень хорошей тренировки, зарядки и кросса. Здесь мы тренируем свою силу воли, и я считаю, что здесь мы учимся всему новому. Священнослужитель церкви села Копчак Федор Каракальчев отмечает, что лагерь учит быть всех как одна семья, помогать ближнему в трудное время. Олег Дулогла, Леонид Арфанос, ГРТ, Новости.